На площади партизан Дмитрий Крутой и губернатор Брянской области Александр Богомаз возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших воинов-освободителей минутой молчания. В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и кадеты. На мемориальном комплексе «Партизанская поляна» для высокого гостя организовали обзорную экскурсию. В сопровождении губернатора Александра Богомаза и председателя Брянской областной думы Валентина Субота Дмитрий Крутой прошел по Кленовой аллее, которую в юбилейный год образования Брянщины заложили партизаны, приехавшие на праздник из самых разных уголков нашей страны и Белоруссии. Посол Белоруссии отдал дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны брянским партизанам, осмотрел выставку военной техники и музей истории партизанского движения. Деревня, которая созвучна белорусской хатыни, это деревня Хацунь Карачевского района. Хатынь от хаты, Хацунь от старушки в лесу. 318 жителей, включая беженцев и детей, были уничтожены 25 октября 1941 года. Первый прецедент в ходе Великой Отечественной войны. 1016 их будет на Брянщине. Дмитрий Крутой назвал мемориальный комплекс абсолютно уникальным и оставляющим сильнейшее впечатление. Он поблагодарил сотрудников партизанской поляны за бережное сохранение памяти о героях и выразил надежду на то, что здесь будет бывать как можно больше молодежи из двух наших стран. Это позволит им многое понять и стать патриотами. Ольга Макушникова, Виктор Левченков, Анатолий Чекрыгин, Брянский район.